9 мая, и мы приветствуем всех в студии футбольной лотереи 6 из 36. Встречайте ведущий лотереи Сергей Белоголовцев и наш гость, главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин. Ну что ж, дорогие друзья, у нас действительно в гостях Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». Ваши аплодисменты. Скажите, вас же можно поздравить, вашему еженедельнику исполняется скоро 56 лет, да? Да, совершенно верно, 29 мая. 29 мая. Вы знаете, я вам скажу честно, я когда был мальчиком, я все время утром стоял в очереди в киоск, чтобы купить этот ваш еженедельник. И все новости футбола я черпал только оттуда. А сейчас мы давайте с вами посмотрим старый, добрый, советский футбол. Внимание на экран! Внимание на экран. Это матч СССР-Уэльс. Год 1965. Москва. Первый гол забивает Валентин Иванов. Гол! Аплодисменты! А второй гол в свои ворота срезает защитник Валийцев, если я не ошибаюсь. Да, действительно, его звали Вильямс. Ну, правда, Валийцы отыграли один мяч, но это их не спасло. И сборная СССР побеждает в блестящем стиле со счетом 2-1. Вот скажите, правда же невероятно приятно смотреть эти кадры? Да, конечно, тем более в преддверии будущего чемпионата Европы. У вас, как у болельщика, сердце от этого на сердце теплеет? Да, конечно, потому что это было время славных побед, и все ждут, что они вернутся. Прекрасный ответ, прекрасный ответ! Ну что ж, дорогие друзья, нам пора приступать к розыгрышу нашего тиража. Призовой фонд 38-го тиража лотереи 6 из 36 составляет 8 миллионов 26 750 рублей. Суперприз тиража составляет 3 миллиона рублей. Как у нас болельщики, а? Да? Горячие ребята. Слушайте, для того, чтобы начать наш тираж, вам нужно ввести мяч в игру. Подходите. Технично. Игра началась. Номер 18. Номер 18. Шар номер 12. Номер 12. Номер 17. 17. Номер 6. Шар номер 6. Номер 33. Шар номер 33. И последний шар номер 2. И последний шар номер 2. Розыгрыш 38-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Мы с вами, Денис, давайте подойдем к нашему лототрону. И я вас попрошу озвучить шары, которые сегодня с лототрона выпали. Прошу вас. 18, 12, 17, 6, 33, 2. Спасибо огромное, Денис. Ну, а теперь давайте мы вернемся в год 2008, так сказать, новейшая история российского футбола. Матч «Россия-Уэльс». Отборочный матч к чемпионату мира 2008 года. Вот эта прекрасная команда. Рассказывайте про этот матч. Ну, это была очень интересная игра. Запомнилась тем, что Акинфеев отбил там пенальти. И благодаря этому вдохнул наших игроков желание борьбы дальше. И Павлюченко реализовал пенальти. А в итоге победу принес гол Павла Погребняка. Очень символично, что теперь на чемпионате Европы наша сборная вновь будет играть с Уэльсом. И, надеюсь, все закончится так же благополучно. Ну, конечно. Конечно. Мне кажется, нашим ребятам просто нужно показать этот матч, чтобы они, так сказать, я не знаю,
наполнились их сердца духом побед, правильно? Потому что традиции победы над Уэльсом, они есть. Они у нас есть! Результаты розыгрыша сегодняшнего тиража вы видите на экране. А теперь, внимание, прямо сейчас мы узнаем, разыгран ли сегодня суперприз. Итак, 6 номеров из 6 сегодня не совпали ни у кого. И наш суперприз переходит в следующий тираж. И через неделю он составит 3 миллиона рублей. Дорогие участники, мы всех поздравляем. Поздравляем сегодня всех тех, кто сегодня выиграл. Страну в обиду не дадим! Отлично. Спасибо, друзья, спасибо, болельщики. Вам огромное спасибо, Денис, что сегодня к нам пришли. Спасибо, спасибо вам. Так, я вам вручаю 2 билета 39-го тиража лотереи. 6 из 36 нашей футбольной лотереи. Вот так выглядят билеты. Мы в этом тираже будем, держите, мы в этом тираже будем вспоминать два легендарных матча. Во-первых, матч 1960 года СССР-Чехословакия. И, во-вторых, матч 2011 года Россия-Словакия. В этих обеих матчах, в этих обоих матчах наша сборная добилась победы. И еще один очень важный момент, некая традиция у нас существует. Я вас попрошу сейчас подписать нашу реликвию, наш футбольный мяч. Держите. Итак. Вот. Вот есть у нас теперь подпись Дениса. Дениса Вдовина. Спасибо вам огромное, Денис. Дорогие друзья, ну, что я еще вам хочу сказать? У нас есть несколько прекрасных новостей для любителей футбола и любителей нашей футбольной лотереи. Во-первых, если вы приобретаете 5 билетов любого следующего тиража, вы можете получить в подарок комплект болельщика. Где такие крепкие палки-стучалки с символикой нашей лотереи. Покажите эти палки! Оу! А также мы приготовили для вас вот такой вот подарочный блок болельщика, в котором 10 билетов 41-го тиража. Тираж состоится 11 июня в честь начала чемпионата Европы по футболу. Здесь, под этой обложкой, лучшие победы сборных СССР и России. 55 самых великих голов наших сборных. И, приобретая этот комплект, вы тоже можете получить в подарок эти самые болельщицкие палки-стучалки. Впереди нас ждет 182-й тираж жилищной лотереи. Увидимся ровно через несколько минут рекламы. Никуда не уходите.